Оркестр русских народных инструментов под руководством Владимира Глейхмана – один из самых старейших коллективов России. У него очень обширный и разнообразный репертуар. Музыканты играют известные народные и советские песни, эстрадную лирику, а также аккомпанируют солистам, вокалистам и инструменталистам. В детской школе искусств известный коллектив порадовал зрителей своим концертом под названием «Всегда вместе». Коллектив поистине виртуозный, люди неравнодушные, это действительно русская душа. Это хранители нашей истории, это умножает нашу историю. И поэтому сегодня, я думаю, все, кто присутствует в зале, и я, безусловно, приобщаемся к самому замечательному. Язык музыки, он понятен всем. Владимир Глейхман более 40 лет является художественным руководителем оркестра. Все успехи и победы во многом результат его кропотливой работы, таланта и дирижерского мастерства. В основном в оркестре играют любители, люди различных возрастов, профессий и музыканты-профессионалы. Очень многие имеют стаж более 20 лет. Любимый оркестр стал их второй большой семьей. На свой концерт они пригласили педагогов, выпускников и учащихся школы искусств. Самыми юными артистами концерта оказались участники ансамбля «Вереница», которые не только порадовали зрителей своим исполнением, но и сами получили удовольствие от выступления. Впечатления только самые положительные. Опять же говорю, для нас это очень большая честь, что нас пригласили выступить на данном мероприятии. И всегда только сплошные улыбки и сплошной позитив. Заслуженный артист России Владимир Кабанов уже много лет поет под аккомпанемент оркестра, считая это сотрудничество важным в своем творчестве. Я связь с оркестром постоянно не теряю, потому что это мне дает какие-то творческие вдохновения какое-то, вот, что хочется и хочется что-то такое новое такое. Оркестру Владимира Глейхмана присуще эмоциональное проникновенное исполнение. И в этот день музыка не оставила зрителей без замечательного настроения и лучезарных улыбок. Благодаря известным всем мелодиям слушатели вспомнили свою юность и погрузились в теплую атмосферу. Впечатление необыкновенное. Это была встреча с прекрасным. Понимаете, вот то, что в душе лежит у меня, я про себя могу сказать. Это вот сегодня я услышала. Услышала те произведения, которыми я была очарована когда-то и в молодости, и в пожилом возрасте. И сейчас они в душе у меня всегда. А сегодня как будто бы они исполнили мою заветную мечту. И это так трогательно. Молодое поколение тоже не осталось равнодушным, ведь услышать такую музыку в наше время, возможно, не везде и не всегда. Он был очень интересный, захватывающий, музыка тоже очень проникновенная, и нам очень все понравилось. Эмоции переполняют, и на самом деле сегодня первый такой концерт в нашей новой замечательной школе. Мне кажется, что доброй и хорошей традицией станет, если такие оркестры и такие коллективы замечательные нашего даже Ленинского района муниципального будут приезжать к нам в школу и радовать нас своим профессионализмом, своим выступлением, своим артистизмом. Конечно, оркестр Глейхмана еще не раз устроит людям праздник души, ведь каждый из музыкантов понимает, их песни нужны и любимы независимо от времени и моды. Анастасия Воронина, Владимир Андрианов, Елена Кошелева, Видное ТВ.